Также президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял на полях Самаркандского саммита Европейского банка реконструкции и развития делегацию Европейского союза во главе с исполнительным заместителем председателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Были рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества Узбекистана с институтами Евросоюза, в том числе в региональном формате. Валдис Домбровскис передал главе нашего государства искреннее приветствие от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Выражена поддержка осуществляемой программе необратимых демократических преобразований и социально-экономических реформ в новом Узбекистане. В ходе встречи с удовлетворением отмечены активизация контактов и продуктивных обменов, нарастающая динамика взаимодействия в области торговли, инвестиций, зеленой экономики, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, а также в культурно-гуманитарной сфере. Товарооборот Узбекистана со странами Евросоюза с начала года вырос на 65%. Портфель реализуемых и перспективных проектов с ведущими европейскими компаниями и банковско-финансовыми институтами превышает 20 миллиардов евро. Была подчеркнута важность продолжения интенсивного диалога с институтами Евросоюза, прежде всего на экономическом треке. В центре внимания находятся вопросы принятия соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, вступление нашей страны во Всемирную торговую организацию, участие в преференциальной системе GSP+.